Они называют это рутинной работой, но без нее никуда. Хоккейный клуб «Старт» после полного медицинского обследования приступил к тренировкам. На искусственном газоне стадиона «Труд» команда занимается практически в полном составе. Не хватает только самого ожидаемого новичка – Еспера Хворнума. Первый в истории «Старта» шведский легионер присоединится к своим новоиспеченным одноклубникам в ближайшие дни. Ну а пока хоккеисты занимаются так называемой работой по станциям. Всевозможные упражнения выполняются по очереди. Для них специально докупили оборудование. В начале августа «Старт» выйдет на малый лед Дворца спорта Мещерский, а пока усилены тренировки на земле. Особенность, наверное, основная – это то, что 8 человек у нас новичков. И новички достаточно хорошего уровня игроки, поэтому это, наверное, самая главная особенность. А так, в основном, предсезонная подготовка – это, так скажем, рутинная работа для спортсмена. Она необходима для функциональной готовности к сезону. Насколько будут готовы наши хоккеисты к сезону, увидим уже на турнире «Волга Спорт Арена», который пройдет в Ульяновске с 29 августа по 2 сентября. Особенно будем наблюдать за игрой новичков. А команду, напомним, пополнили 8 хоккеистов. Это уже озвученный шведский легионер Еспер Хворнум, а также Михаил Тюко, Игорь Сычев, Николай Верещагин, Сергей Почкунов, Евгений Корев и Роман Никитенко. Отдельное внимание к себе приковывает воспитанник Хабаровской школы русского хоккея Дмитрий Стариков. Причем, заметьте, он не только своим гренадерским ростом 197 сантиметров, но и спортивными достижениями. Новоиспеченный 16-й номер «Старта» является чемпионом мира и многократным призером этого турнира. Почему согласился? Хорошее предложение поступило, как бы амбиции, хороший тренерский штаб. Ну, как бы все сложилось, и с семьей сели, поговорили, что решили, ну, неплохо бы пожить, как говорится, в Нижнем Новгороде. Но посмотрим, команда хорошая, нам надо, конечно, много работать, чтобы выше подниматься. Посмотрим. Первый официальный календарный турнир нового сезона стартует 15 сентября в Ульяновске. Там пройдут матчи первого этапа Кубка России среди команд группы А, в которую входит и Нижегородский «Старт». Григорий Ожигин, Ренат Бикбаев, Объективно спорт, ННТВ.